бутылку. Уважаемые коллеги, рад приветствовать вас на конференции, традиционной ежегодной конференции «Белые ночи». К сожалению, она сейчас проходит в онлайн-формате, и мы не можем пообщаться лично. Наша презентация будет состоять из двух частей. В одной части мы расскажем о морфологических особенностях хордон, которые могут влиять в том числе и на прогноз, и на тактику лечения этих пациентов. И во второй части расскажем про наш опыт хирургического лечения хордон крестца. Я желаю всем успехов, надеюсь на встречу в ближайшее время в более тесном формате. Спасибо. Глубоко уважаемые коллеги, мы хотели бы поделиться опытом. Современные аспекты диагностики и хирургического лечения хордона крестца. Наконец-то вышла синяя книжка, возрастная классификация 2020 года. Мы с нетерпением ее ждали, потому что все предыдущие годы мы работали по классификации 2013 года. И по хордомам имеются некоторые особенности, которым мы и будем следовать. Итак, хордома крестца – необычная опухоль, она обладает рядом особенностей и доставляет много хлопот хирургам, благодаря тому, что она характеризуется миксоидным матриксом, который наиболее важен хирургу для декального лечения. И как морфолог, одной из основных задач морфолога – это прежде всего охарактеризовать опухоль, степень ее дифференцировки, а также помочь хирургу сказать, где же, собственно, граница этой опухоли, чтобы лечение было максимально радикальным. Итак, по сравнению с классификацией 2013 года, основные изменения. В 2013 году появилась вот эта рубрика «Низкодифференцированная хордома», которая продолжается и в классификации 2020 года. Она несколько упростилась, и вы видите, что теперь имеется рубрика «Доброкачественная опухоль нота хорды», классическая хордома, низкодифференцированная хордома и дедифференцированная хордома. Как же, собственно, выглядит хордома, когда мы рассматриваем ее в микроскоп как морфологи? Действительно, можно проследить вот эту как бы дифференцировку или прогрессию в степень наименьшей дифференцировки клетки или наибольшей злокачественности. Если на этом слайде можно даже клетки хордома в какой-то мере сравнить с жировой тканью, то далее обратите внимание, что степень дифференцировки уменьшается, клетки становятся плеоморфными, ткань характеризуется всеми теми гистологическими характеристиками, когда мы говорим о низкой дифференцировке опухолевой ткани. И хордома, как и видно на этих слайдах, она становится сходной с низкодифференцированной саркомой. Итак, еще раз, опухоль относительно доброкачественная, дальше нарастает степень анаплазии клеточных элементов и достигает это максимальной степени, что, собственно, и отражается в классификации. В нашем материале мы рассмотрели 88 случаев хордом. Наибольшее количество исследований – это классическая или конвенциональная хордома, или типичная хордома. Небольшое количество наблюдений низкодифференцированных хордом и совсем малое количество – это дедифференцированные хордомы. Наш любимый маркер – это брахиурия, который помогает дифференцировать хордому от всех прочих опухолей. И новые
значительной мере для нас, для морфологов, морфологические единицы – это низкодифференцированная и дедифференцированная хордома. Основными маркерами, которые мы используем для дифференциальной дифференцировки хордомы от хондросаркомы или от светлоклеточного рака почечно-клеточного или от других метастазов, это, конечно же, эпителиальные маркеры, это белок С100. И важно отметить, что дедифференцированная хордома теряет экспрессию маркера ИНИ-1. Пожалуй, кратко это основное, что происходит сейчас, как теперь говорят, на мировом рынке в отношении хордом. И мы, конечно же, надеемся, что, имея такой большой опыт и большое количество наблюдений, нам удастся подойти к вопросу прогностической значимости отдельных маркеров, а возможно и молекулярно-генетических тестов. Хордома является труднодиагностированной на догоспитальном этапе опухоли, что приводит к позднему обращению пациентов в специализированные центры. Это вызывает ряд проблем, такие как большой размер опухоли, задержка в диагностике, кровотечение интраоперационное, поражение нервных структур, вовлечение мягких тканей в опухоль, лечение послеоперационной раны. Боль, неврологические нарушения, пальпируемое образование в области креста являются наиболее частыми клиническими проявлениями хордомы. Хирургическое лечение было и остается одним из самых эффективным и основным методом лечения хордомы. Лучевая терапия и химиотерапия менее эффективны. Ряд авторов доказывают, что они практически неэффективны, но тем не менее используются в комбинированном лечении вместе с хирургическим лечением. Смысл хирургического лечения – это в радикальном удалении опухоли вместе со здоровой тканью. Предоперационное планирование выполняется на основании рентгенологических данных методов исследования. По данным МРТ определяется уровень инвазии в мягкие ткани, как мы видим на экране. И, соответственно, уровень инвазии иных органов, находящихся в малом тазу. По данной классификации Дрейл-Форны оценивается уровень резекции на основании уровня инвазии нервных корешков. Существует низкая резекция, средняя резекция, высокая резекция и, соответственно, тотальная сакроктомия. Совместно с спондилоэктомией. Задний доступ показан является наиболее рациональным при резекции хордом при небольшом мягкотканном компоненте. Комбинированный же доступ показан при высоком уровне поражения и большом мягкотканном компоненте. Поражение, как правило, у больших опухолей выше третьего крестного позвонка. Схематично показан разрез. На данной картинке вы видите оперированного пациента, планирование перед разрезом. И на данной картинке вы видите опил костный, нервные корешки выделены, и дном раны является ампулярный отдел прямой кишки. Передний доступ, как правило, выполняется пациентам, которым нужно комбинированное лечение, комбинированный доступ. Это те пациенты, у которых выполняется повторное лечение, выполняется резекция прямой кишки. Из переднего доступа осуществляется мобилизация опухоли, выделение нервных корешков, мобилизация и перевязка сосудов, подготовка ректоабдоминального лоскута для укрытия дефекта и резекция прямой кишки. В нашем исследовании у 11 пациентов с рецидивными опухолями выполнено удаление опухоли вместе с прямой кишкой. Передний доступ выполняется как лапаротомно, так и эндоскопически. У большинства пациентов используется ректоабдоминальный лоскут для закрытия большого дефекта после раневой поверхности и профилактики инфицирования
раны. Так выглядит планирование, разметка лоскута при взятии, так выглядит выделенный лоскут, соответственно, так выглядит закрытие самого дефекта. В нашем исследовании только заднего доступа было у 42 пациентов, и комбинированный доступ был у 46 пациентов. Всего, пардон, кинза, было 88 человек. Наблюдение мужчин 41 человек и женщин 47. Наиболее частый возраст это от 40 до 60, от 60 и старше. Размеры опухоли составляли больше 10 сантиметров 59 человек и меньше 10 сантиметров 29 человек. Уровень резекции крестца, тотальная сакроктомия выполнялась у 4 пациентов, это 4,5%. И наибольшее количество пациентов было с уровнем резекции на уровне С2 крестцового позвонка. Мы проклассифицировали по гистологическим критериям, по Всемирной организации, по рекомендации Всемирной классификации здравоохранения. Из них получилась классическая хордома 56 человек, низкодифференцированная хордома 7 человек, контрольная 17 человек и высокодифференцированная 1 человек. Контрольная хордома включалась по сегодняшний день. На данный момент ее из классификации убрали и включили в классическую хордому. Стабилизация выполнялась у пациентов при тотальной сакроктомии, и ряд авторов, иностранных, зарубежных авторов, выполняют различные уровни фиксации, но некоторые рекомендуют и без фиксации проводить такие операции. В нашей клинике выполнялась тотальная сакроктомия. Это пример одного из пациентов. Выполнялась дальнейшая стабилизация пояснично-крестцовая, вот в таком она варианте, на рентгеновских снимках выглядит, и в таком варианте она выглядит интраоперационная. На данном видео показана интраоперационная 3D-навигация, которая позволяет хирургу поставить инструмент и видеть направление самого инструмента во время резекции опухоли, чтобы сделать более точную и радикальную операцию. Междисциплинарный подход должен использоваться как стандарт медицинской помощи для лучшего результата при редком заболевании. Радикальное хирургическое лечение является важным фактором выживаемости у пациентов с хордомой. Несмотря на использование расширенных оперативных вмешательств и комбинированного доступа, локальные рецидивы встречаются все равно часто. И наше исследование продолжается на выявление молекулярно-генетических факторов, которые бы улучшали прогнозирование выживаемости пациентов с хордомой крестцово-копчатой области. Спасибо за внимание.